Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. І це щоденний аналіз подій з полковником Збройних сил України Романом Світаном. Романе Григоровичу, я рада вітати вас в нашому ефірі. Вітаю, желаю всім здоров'я. Взаємно. На календарі у нас 15 січня. Це для глядачів, які дивляться наш стрім. Перед тим, як ми перейдемо до обговорення важливих новин, попрошу, будь ласка, наших глядачів підписатися на нашу платформу. Це важливо для нашої роботи. І таким чином, думку, зокрема, Романа Григоровича, побачити, почує якомога більше людей. І за це я щиро дякую. Романе Григоровичу, наш стрім розпочнемо із хороших новин. Воїни повітряних сил Збройних сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-2. Цю інформацію підтвердив головко Валерій Залужний. Російські воєнкори тим часом у шоці пишуть про те, що це був дружній вогонь. Залужний також пише, цікаво, що не збили, дивіться, а знищили. Вже є думки, що спрацювала система РЕБ. З вашої точки зору, що там сталося? Ну, дело в том, что дальность, ну, по крайней мере, та, которая есть в информационном потоке, в районе Кирилловки были сбиты. Ну, по крайней мере, один А-50. Кирилловка по дальности где-то под 100 километров от одного и другого фронта, от Запорожского и от Херсонского. То есть, по большому счету, могли сбить ракеты типа Патриот, у них дальность 150, опять же, это базовая дальность. Это дальность, которая в ТТД, в информационном потоке, никто ж не знает, в конце концов, до какой степени идут ракеты. Если АМ-120 идет 180 километров, опять, это то, что есть в общем доступе. Опять, всегда занижается дальность ракет, дальность перехвата. Потому, я думаю, это либо ракеты отминусовали. Ракеты несколько типов. У нас те, которые у нас могут быть. Патриот, само собой. Это блуждающий Патриот, так называемый. Это может быть СМТ, ракета Астер-30, тоже под 150. Дальность, опять же, заявлена, идти может дальше. И возможность ракеты АМ-120Д, опять же, заявленность 80 километров, реально под 200 километров. Но запуск должен был тогда производиться с самолетов типа F-16. Это тоже возможно, по большому счету, с Румынии выскочить, допустим, на Херсонское направление, отстреляться, уйти обратно. У нас летный состав уже готов выполнять боевые стрельбы, потому не исключаю такую возможность. И потому уничтожили, да, уничтожили два борта, это минимум два борта. Третий, сушка, скорее всего, должна была их прикрывать, ушла. По сушке, может быть, и не били, а именно большие цели, имеется в виду, контрастные цели, и сам тот же А-50 и Ил-22, это две контрастные большие цели, видно их как бомбардировщики, то есть по большому счету с большой дальности можно перехватить ракетами. Ну, не исключаю, кстати, и вариант так называемого дружественного огня, но только дружественный огонь должен был спровоцирован быть системами радиоэлектронной борьбы, это возможно, возможно постановка помех в большом количестве, тем более и тогда очень сложно выделить, вычленить свой-чужой. Ну и использование системы свой-чужой. Дело в том, что в свое время Главное управление разведки выполнило операцию по переброске бортами 8-го на нашу территорию с системой свой-чужой. Потому, зная коды, мы как-то с вами об этом говорили, если знать коды, знать частоты, то по большому счету можно заблокировать, либо дать определенный ложный сигнал на локаторы россиян, которые восприняли при ударе РЭБом, удар имеется в виду левыми целями, есть такие механизмы, которые засвечивают экраны локатора, и потом подали сигнал на свой-чужой, на систему свой-чужой, как на чужой. И восприняли российские в ПВО, могли воспринять эти цели уже и А-50, и Ил-22 как чужие цели и отработали по ним. Потому возможно все, по большому счету, технически или теоретически, по крайней мере, возможно даже и работа радиоэлектронной борьбы. Микола Олещук, командувач повітряними силами, зробив допис і написав так. Ну що, друзі, нині Азовське море чисте, як ніколи. Готуємося до пляжного сезону на його узбережжі. Пляжний сезон скоро, Роман Григорович. Так, що це можуть означати слова командувача повітряними силами?
У нас уже баристой работал начальник главного управления разведки, кофе пил с подалеком, там кто-то из них баристой был, непонятно, но тем не менее. Ну, сейчас Олещук третьим, скорее всего, пойдет в эту сторону. Это с сарказмом, конечно. Ребята молодцы, выполнили боевую задачу. Чистая, нет, я бы, наверное, так бы не говорил о том, что чистая. Азовское море, Азовское и Черное море. В Азовском море достаточное количество российских кораблей, самолетов в том числе, аэродромов там около десятка вдоль Азовского побережья, если посмотреть, с которого могут работать российская авиация. Для того, чтобы зачистить воздух и море Азовское от российского присутствия, еще очень долго надо потрудиться. Но авиация это может сделать. Авиация может... Боевое радиус средств поражения авиационных самолета, допустим, боевой радиус даже без ПТБ, около 500 километров, а это далеко за Керчь, то есть далеко за Азовское море, это уже Кубань, это уже Дон, ну то есть это большие дальности. И по большому счету, если правильно и грамотно подойти к работе по освобождению нашей территории, мы действительно можем, ну, летчики только при катапультировании могут на Азовском побережье полежать, а реально авиация может решить вопрос с освобождением, по крайней мере, этого направления в сторону Крыма и Азова в том числе, довольно-таки скоро, несколько недель, может, полтора-два месяца, это максимум нужно будет авиации для того, чтобы работать по этому направлению, да и подготовить движение уже наземных войск. Но это будет зависеть от количества самолетов переданных, времени, когда будет передано этого, тех модификаций воздушных средств поражения, которые будут передаваться вместе с самолетом. Російські ЗМІ тим часом пишуть, що як перша реакція Путіна на знищення А-50 та Іл-22 була дикою, ламав стільці та кричав на Шойгу «Розбомбіть Київ та відправте спецназ на Харків». Ну, звичайно, ми не можемо перевірити, так чи відповідає ця інформація дійсності чи ні, але ми знаємо, що росіяни мстиві. Так, от Романа Григоровича, що тут важливо для наших глядачів, ну, пояснити? Тобто ми маємо просто не реагувати на такого роду повідомлення? Ну почему? Представьте себе просто визуализацию этого текста. Вот Путин, вот этот полтора метра с кепкой, ломает стол, на котором, или стул, на котором сидит. И вот, и представьте Шойгу, который стоит рядом и смотрит, жалко стул, естественно. Поэтому есть моменты здесь такие положительные с этой точки зрения. Ну а по поводу разбомбить Киев, спецназ в Харьков, ну можно наоборот, разбомбить Харьков, спецназ в Киев, чего они еще не делали. Харьков уже два года подвергается таким серьезным обстрелам, и спецназ заходил и в Киев, и в Харьков, пытались, по крайней мере, зайти. Потому надо противодействовать, надо готовиться постоянно к такого рода действиям. Они ни к чему сильно не привязаны. То есть у нас идет война, у нас боевые действия, потому готовность должна быть 100%, 24/7. Ну а дальше смотреть в зависимости от тех средств поражения, которыми пользуются противники, и пытаться их нивелировать. Ну вот А-50 же отминусовали, нашли механизм, неважно какого плана, либо РЭП, либо ракеты, либо самолеты, то есть в зависимости от захода. Главное отминусовать. Та же самая картина это касается и угроз по поводу разбомбить то и то, попробовать пусть, нам надо противодействовать. По Харькову сейчас работаем, пытаемся, по крайней мере, работать. Там надо увеличивать интенсивность ответных ударов и уничтожение пусковых установок, которые работают, С-300, которые работают по Харькову, причем не смотреть, где они стоят. А уничтожаются военные объекты, там, где он расположен, тоже проблемы россиян, где они его располагают. Та же самая картина и с диверсионными группами или теми механизмами, которые Путин может пугать. Надо закрывать границу, причем ее плотно закрывать. Это для того, чтобы плотно закрыть границу, у нас получается где-то 1200 километров фронта, а потом еще 500, где-то чуть больше 500 километров границы с Россией. У нас же три области, Харьковская, Сумская, Черниговская, граничат с российскими Брянской, Курской и Белгородской областями. Нам надо серьезную систему обороны там
проводить. Сейчас там генерал Сергей Наев занимается этим вопросом, но ему надо достаточное финансирование для того, чтобы создать систему обороны, то есть провести, ну, хотя бы по 3 опорника на километр. Вот умножьте, представьте, сколько это опорников, то есть если 500 километров по 3 на километр, то есть это где-то 1500 опорников надо разворачивать будет вдоль линии обороны, которая должна быть наша граница лет 100, наверное, еще в ближайших. Потому надо подходить к этому вопросу довольно-таки серьезно, разворачивать не стену Яценюка строить, а фортификационное сооружение Наева их надо строить, но только надо строить так, как он их строил тогда еще на Донбассе в 2014-2015 году. Вот они до сих пор стоят вот в таком режиме. Но это серьезное капиталовложение, это серьезная подготовка, это очень много мин, там должны быть серьезные минные поля. То есть целый процесс, который надо запускать, он сейчас чуть запущен, но опять же на малом ходу. Его надо конкретно разворачивать, запускать и обращать на это внимание. УГУР кажуть про те, що Російська Федерація виробляє близько 115-130 стратегічних ракет на місяць станом на січень 2024 року. Роман Григорович, а чи можемо і чи в принципі існують такі механізми, наприклад, летять ракети, да, на територію України, ми їх розвертаємо, або вони взагалі падають, як ми бачили так ось ці випадки, або взагалі розвертаються в іншу сторону, звідки летіть? Таке можливо? Дело в том, что в ракету забивается определенный маршрут полета, который причем забивается в инерционную систему, которая находится внутри ракеты. На нее снаружи сильно повлиять нельзя, только можно корректировать полет, исходя из данных средств геолокации. То есть связывается ракета со спутниками, с ГЛОНАССом, уточняет полет, но развернуть ее, то есть влезть в мозги ракеты, чтобы она развернулась, это невозможно, ну просто невозможно. Это только возможно, если маршрутизатор, то есть тот офицер, который рассчитывает маршрут, фамилия у него будет, допустим, Коваленко, Дмитренко или Бороденко, он вспомнит о своих украинских корнях и сразу маршрут заложит изначально стартово, с заходом на украинскую территорию, разворот на Москву и дальше падение, допустим, на Кремль. Вот если так ракета развернется, это надо давать героя Украины этим Коваленкам, Дмитренкам и Бороденкам, ну то есть этим людям. А технически это невозможно. Возможно, технически возможно положить ракету, то есть ее можно по высоте свести, допустим, чтобы она в землю врезалась, это возможно. Можно увести определенными системами, в основном глушилками. Глушилки – это генераторы белого шума, которые не дадут ракете, допустим, связаться со спутником на последнем этапе, на конечном этапе полета. Это тоже возможно. Есть еще несколько механизмов воздействия на систему управления ракеты, но это не развернуть. Это можно ее включить, механизм самоуничтожения, опять же, если знать точно алгоритм определенный, который в нее введен. То есть там целый процесс. Сейчас видно, как наши специалисты воздушных сил занимаются этим вопросом. То есть те системы радиоэлектронной борьбы, вот больше 20 ракет увели в молоко или ударили, опустили, стукнули об планету, это мы так авиаторы говорим. Несколько сот килограмм железа стукнули о планету, ну а дальше уже в зависимости от системы подрыва ракета либо взрывается, либо остается. Вот несколько ракет вытащили из земли, вот таких вот упавших, и которые отработали, по которым отработала система РЭП. Но это надо достаточное количество для того, чтобы столько же, сколько у нас зенитно-ракетных комплексов, столько же нам надо и систем радиоэлектронной борьбы. А если реально, так еще, наверное, больше, потому что надо прикрывать РЭБом, прикрывать каждый город, каждое предприятие. Этим, кстати, могут заняться и городские власти. А только, естественно, в контакте с авиацией, вернее, с авиацией, с воздушными силами Украины в контакте для того, чтобы понимать расположение и алгоритм работы радиоэлектронной борьбы. Так, про це говорив і спікер повітряних сил Юрій Ігнат. Він запропонував місцевій владі самостійно закупати засоби РЕП. Каже, що в нас є для цього відповідні підприємства, тому можна налагодити цю роботу. А що потрібно? Яке рішення, ну, щоб воно запрацювало?
Это решение горсоветов, мэрии принять решение и по статье определенные расходы. У них есть эти статьи закупить, но тут надо очень важно понимать, во-первых, согласовать это все, все эти закупки надо согласовать с воздушными силами, очень важно это, потому что мы же все-таки тоже работаем, чтобы система РЭП наши ракеты не сбивала, противоракеты, то есть там целый комплекс мероприятий, это не просто вкл-выкл, чуть по-другому это все работает в общей системе безопасности, просто из-за того, что, ну, во-первых, РЭП довольно-таки дорогие системы, а во-вторых, их надо включать в общую систему противовоздушной обороны для того, чтобы видеть направления, которые могут отсекаться. Ну и очень важен алгоритм работы. Алгоритм работы, связанный и с нашими ракетами, с нашими теми же дронами, потому что система РЭП можно положить и наше управление наших дронов. Ну, это надо тоже понимать. Потому эти все моменты надо просто согласовывать. Я думаю, после согласования мэрии, горсоветы могут себе позволить. И даже вплоть до того, что директора, вернее, хозяева крупных предприятий, которые могут и свои предприятия прикрывать тоже системой МРЭП, могут в этот вопрос включиться. Також маємо ще одну важливу новину. Видання Білд пише про те, що НАТО готується до війни з Росією із посиланням на секретний документ Бундесверу. Мова йде про лютий місяць цього року. Описується це саме сценарій. Я наголошу, це важливо, не розвідувальна інформація, а сценарій. Так, дії Росії та Заходу описують місяць за місяцем, і кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року. І мова йде про те, що Росія запускає чергову хвилю мобілізацію, Путін призиває ще близько 200 тисяч осіб, далі розхитує Прибалтику, вдарить по Сувальському коридору, і тоді ось наступає день X, коли командувач НАТО дає наказ відправити на Східний фронт 300 тисяч солдатів. Я додам також інформацію, Роман Григорович, про те, що в НАТО сказали, що ось ця надана інформація виданням Білд, вона є перебільшеною. Але все ж таки, з вашої точки зору, враховуючи, що ця публікація з'явилася, чи може бути дійсно так, ну, наскільки реалістичний оцей сценарій, про який говорить видання Білд, і чи можна це сприймати так, що Захід нарешті почав розуміти серйозну загрозу з боку Російської Федерації і вже немає ілюзій, і це тоді для нас є гарним сигналом? Ну, как только вопрос возникает о Сувальском коридоре, это значит, как выходит какая-то информация о штабных играх, так называемых. Там технически невозможно его, ну, просто невозможно. Исходя из разных позиций, но одна из которых это с одной стороны Польша. Представьте себе 100-километровый коридор пробить между польскими войсками и балтийскими, и литовскими войсками. Ну, это просто невозможно. По разным, и не 100, и не 200, и не 300, и не полумиллионной армии этого не сделать. 100 километров там пробивать надо от Белоруссии до Кенигсберга, вернее, Калининграда, Калининградской области. Поэтому этот вопрос в свое время был поднят, не вопрос, один из вариантов розыгрыша так называемых штабных игр при подготовке. Но это, как сказать, это берется, с одной стороны, просто с потолка и играется. Военные, они же в двух режимах работают. Либо воюют, либо играются в войну. Одно из. То есть либо так, либо и так. Пока не воюют, играются в войну. Вот эти игры штабные, так называемые, они проигрываются, некоторые варианты, либо все варианты, которые только могут быть. Но то, что они уже начали проигрываться, это уже говорит о том, что как минимум штабы к этому готовы. А после проигрывания для чего проигрываются все эти варианты теоретически? Для того, чтобы примерно понимать, что нужно, если вдруг реально возникнет какая-то проблема. Там надо там миллион танков, 3 миллиона солдат, 6 миллионов самолетов, сейчас образно говорю, чисто для понимания техники. Поэтому здесь плюс для нас единственный только то, что эти моменты проигрываются штабами наших партнеров. Это здесь есть плюс. На реальные вещи сейчас происходят на нашем театре военных действий. И если не думать о каких-то там будущих 25-х годах, а дать нам сейчас достаточное количество вооружений, так и не надо будет потом никаких штабных игр против Российской Федерации, так как не станет Российской Федерации. А чи може стояти за цією публікацією от якраз, ну, ось ця думка про те, що країни НАТО не хочуть воювати, не хочуть відправляти своїх солдатів? Так, зокрема, Бундесвер, там в цій новині є інформація про те, що 30 тисяч своїх військових вони тоді відправили, а дати, наприклад, більше там 100 Таурусів?
Ну, лучше больше, конечно, Таруса маловато будет. Лучше, естественно, больше. Это один из вариантов информационно-психологического давления для создания определенной информационной подушки перед принятием решений. Конечно, это есть такой момент. Им пользуются многие и политики, и военные, ну и, естественно, руководящие органы тех стран, которым это выгодно, по крайней мере. Кому это невыгодно, невыгодно это россиянам. Это уж точно, раз такие публикации идут, и идет подготовка даже в информационном плане, даже если это ИПСО, то оно направлено против Российской Федерации, потому нам надо его поддерживать, так сказать, только понимать реальные подводные камни, то есть, вернее, центры генерации этого ИПСО. Пане Григоровичу, видання Bloomberg пише про те, що перемовини по мирному плану для України завершилися без чіткого шляху вперед. Повідомляється про те, що відбулася зустріч радників з нацбезпеки України та країн глобального півдня. Саміт, який раніше анонсувала Україна, він ще не призначений. Також є інформація про те, що в офісі президента заявляли, що президент Зеленський і команда ніколи не погодяться на замороження конфлікту. І ось на цій зустрічі міністр оборони Рустем Умєров запропонував створити коаліцію контролю за виводом російських військ. Ось така от нова ініціатива. Як би ви її проаналізували? Який аналіз можете дати? Ну, какой может быть вывод российских войск? Это ну, даже не знаю, как с точки зрения военного такая инициатива может быть расценена. Не может быть вывода российских войск, не будет вывода российских войск. Для чего эти вопросы поднимаются, тоже непонятно. Такое впечатление, что дворник начинает давать некоторые указания маститым профессорам, хирургам. Ну, немножко не с той серии. И почему мирные все инициативы будут заканчиваться ничем? Потому что не может быть мирного решения нашей войны. Его просто не существует. Сотни тысяч погибших украинцев. Никто сдавать нашу территорию не будет. А те, кто будут пытаться сдать, с ними будут поступать так, как с врагами. Их просто пристрелят, как бешеных собак. И эти бешеные собаки уже это прекрасно знают. Потому и начинают рассказывать, что никто там ничего сдавать не собирается. Конечно, никто не собирается, потому что этого просто не получится. И, естественно, мирных инициатив, их не может быть априори. Только разгром российской армии, они по-другому не уйдут. Россияне с территории Украины не уйдут сами никогда. Это ж россияне, это ж как бешеные собаки, такие же уцепились, и здесь их можно только пристрелить. Если хотите свой кусок забрать обратно, там его еще потом придется обеззараживать долго. А вот та же самая картина и сейчас. Потому вариант только один. Этих бешеных собак, их сейчас в Украине около 500 000. Их надо всех пристрелить. Вот это единственный путь. И только над этим можно, об этом можно только разговаривать. Ну а слышать от министра обороны какие-то инициативы по выводу российских войск, ну смешно, уже даже не смешно. Уже даже не смешно. Андрій Єрмак в Давосі сказав про те, що Україна хоче залучити Китай до переговорів щодо завершення війни. А чи є шанси, аби Китай змінив свою позицію? Ну, ще одну бешену собаку, так сказати, привлечь к чому? К тому, щоб вона першу бешену собаку відвела від уже уцепившуюся в чью-то территорию. До этого не будет. Это тоже из области фантастики. Не Китай надо, вернее, не так. Китай нужно привлекать однозначно. Только привлекать настоящее демократическое китайское правительство, которое сейчас, можно сказать, одно легитимное, и его избрали недавно на Тайване. А Тайвань — это часть Китая. И если брать демократические выборы, то как раз вот это тайваньское правительство, которое было избрано согласно всех демократических процедур, именно оно может сейчас отвечать за Китай, за весь Китай, не только за Тайвань. А так как Си Цзиньпинь и вся эта клика коммунистическая, которая пытается править Китаем, это захватническое авторитарное правительство, я вообще не понимаю, кто его с кем, кто с ним вообще общается. То есть это люди-самозванцы.
которые захватили власть в Китае и дальше представляют, пытаются представить Китай на международной арене. А реально демократическое выбранное правительство Китая на Тайване, вот с ними надо заключать какие-то, вообще контачить как с китайцами, потому что Тайвань это Китай, на Тайване живут китайцы, и они выбрали реальное китайское, демократическое китайское правительство. Вот их можно привлекать, только к чему привлекать? Надо же понимать, к чему. Привлекать Тайвань надо к разгрому, то есть к нашей коалиции. Тайвань, вернее, как часть Китая, как Китай, это уже надо понимать, как там в МИДу с этим разбираться. Их привлекать к тем механизмам, которые нужны нам для уничтожения, опять же, этих бешеных собак российских на нашей территории. Это возможно. И тайванцы, я думаю, они не будут против именно такого видения процесса уничтожения российской армии на украинской территории. Американський інститут вивчення війни пише про те, що Росія готується розпочати новий наступ, але не матиме оперативних проривів у найближчі тижні, як тільки земля замерзне на сході та півдні України. Відомо про те, що головком Валерій Залужний так їздив і на Куп'янськ, а потім він також відвідав і групування військ Таврія та Одеси. Якраз візит головкома так на ці напрямки якраз означає всю складність ситуації. Ну, не совсем она, во-первых, сложная. Дело в том, что вот это положение о том, что земля замерзнет, это, скорее всего, Грета Тунберг не слышала, она бы его разбила вдоль и в поперек. Ну, не получается земле промерзнуть. Вы же видите, и сначала до 18 градусов морозы прыгнули, а потом опять 0 плюс и так далее и тому подобное. У нас уже не будет серьезных морозов, на которые можно рассчитывать нашим противникам. Они, конечно, будут на них рассчитывать, будут пытаться выйти, поймать какую-то там морозную погоду в тот толщину грунта, которые будут промерзать. Но для того, чтобы реально выводить тяжелую технику на грунт, это на сантиметров 30, чтобы он промерз, это сантиметров 30, а это значит где-то недели полторы-две должна стоять температура где-то 10-15-20 градусов для того, чтобы схватился чернозем донецкий и можно было вывести технику. Ну, мы понятно, мы на Грету Тунберг закладываться не будем, всегда проигрываем, военные проигрывают всегда самые худшие варианты, потому, естественно, поездка и генштаба с командующим Залужным последнее время на это направление говорит о том, что мы готовимся. Естественно, готовимся. Там надо просто принимать решение на уничтожение военного хаба Валуек. Вот как сейчас уничтожается аэродром за тем же Белгородом, из которого бьют по Харькову. Вот так же само надо уничтожать и Валуйки. Только не Валуйки, населенный пункт, а именно Валуйки. Там несколько развернутых военных объектов есть, легальные военные цели, то есть дальними средствами поражения надо доставать, раскатывать, перерезать эту дорогу. Железная дорога, которая с России, ну это и есть Россия Валуки, в принципе, но центральная Россия заходит в Валуки, ее надо брать под оперативный контроль, чтобы отрезать механизм поставки военной амуниции в Валуки, а потом и под Купянск. Там между Валуками и Купянском где-то около 80 километров. По большому счету в полтора часа езды, тому очень важно уничтожение именно этого воєнного хабу. Романе Григоровичу, і три бліц-запитання традиційно на завершення нашої розмови. Скажіть, будь ласка, Уралвагонзавод – це одна зі стратегічних наших цілей? Одна із, да, їх таких заводів несколько десятків, ну от іменно на Уралвагонзаводі основні механізми по производству танків, нових танків, естественно, систем вооружения. Это около 2000 километров от границы Украины. Значит, нам надо для того, чтобы добраться до Уралвагонзавода, средства поражения с дальностью 2-2500 километров. Это примерно томагавки. Вот томагавки, если бы у нас было такое количество, хотя бы 100 томагавков, которые американцы с англичанами отправили по йеменским хуситам, вот если бы эта атака была по Уралвагонзаводу, уже как минимум в части танков у россиян бы просто не было. А на Уралвагонзаводе там производится еще часть оборудования, которое не только на танки, вообще вооружение, которое ставится в основном на такие боевые бронированные машины. А вы погодитесь с тезой про то, что Россия втратила уже 90% танков?
Ну, основных танков, да. То, что у них осталось, это то, что они будут поднимать. Там остатки еще есть по складам. Причем, если считать готовых, ну, то есть не то, что там стоит, а то, что из этого можно собрать, 100% 10 они еще соберут с остатков. Но Россия производит танки. Нельзя до нуля выйти на нулевые складские остатки в стране, которая производит что-то. Россия производит танки, самолеты и боеприпасы, потому у них они постоянно будут. Для чего уничтожать надо и Уралвагонзавод в том числе. Окупанти підтягли танковий полк в район Макіївки. Перепрошую, мета взяти Авдіївку незмінна? Однозначно у них эта задача будет стоять. Ну, во-первых, танковий полк, 100 танков. Сотня танков, мы там уже положили не одну сотню боевых бронированных машин под Авдіївкою, поэтому ничего страшного в этом нет. Эта сотня танков очень хорошая цель для наших дальних средств поражения, да и для ребят, которые сейчас занимаются в Авдіївці, уничтожая танки с помощью дронов и артиллерии, и ПТУРы, то есть там есть чем заниматься, там, вернее, чем уничтожать. Очень себя хорошо показывают сейчас, просто прекрасно. Американские Брэдли 4 ТОУ, которые могут работать, да и пушка, в принципе, автоматическая. То есть это довольно-таки хороший такой убийца танков, там ждет их. Брэдли ждут эти российские танки, потому, я думаю, отминусуем. Но они будут ждать такой морозной погоды. Постараются договориться с Гретой Тунберг, чтобы отвела взгляд на несколько недель от Украины. Роман Григорович, щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за те, що ви знаходите та приділяєте час глядачам. Розпочинаємо новий інформаційний тиждень на Фабриці новин. Друзі, я закликаю підписуватись, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз всім дякую за увагу, всього найкращого і до завтра. Thank you.